Это больше даже не рецепт, а идея для обеда или ужина. Все как вы любите, быстро, легко и вкусно. К фарше добавляем заранее отваренный рис, измельченный лук. Я пропустила его в блендере, можно просто мелко нарезать. Туда же чеснок, перец, соль и одно яйцо. Все хорошенько перемешиваем. Кстати, это тот редкий случай, когда я использую перчатки. Обычно я в них смысла не вижу, но с фаршем мне легче работать именно так. Формируем из нашей массы тефтельки. Перед этим я смазываю руки растительным маслом, чтобы ничего не прилипало к рукам. Отправляем на разогретую сковородку. У меня антипригарная, да и сам фарш достаточно жирный, поэтому масла я не добавляю. Обжариваю буквально по 2 минутки с каждой стороны и заливаю соусом. Его я делаю так. Смешиваю сметану, томатную пасту и муку. Ее лучше предварительно обжарить, но я не стала этого делать. Туда же соль, перец и мою любимую паприку. Перемешиваем все и заливаем водичкой. Снова перемешиваем, чтобы не оставалось комочков. Заливаем наши тефтельки, даем закипеть, убавляем огонь и готовим под закрытой крышкой около 25-30 минут. Можно есть как самостоятельное блюдо, но я приготовила гарнир. Себе я отварила овощи, а мужу приготовила вот такую паутинку. Все довольны, муж попросил добавки, особенно ему понравилась подливка. Она получается очень вкусная. Главное, готовить с удовольствием.